История аниматологов-инфекционистов подготовлена. Две лаборатории в городе Бишкеке будут работать, одна лаборатория в городе Ош, и еще есть две мобильные лаборатории. Там установлено современное оборудование, и тесты уже имеются, так что они будут работать в тех местах, где транспортировка анализов будет затягиваться. Поэтому фактически получается 5 лабораторий будет задействовано. А лабораторных работников пока только 20. Но мы готовим еще больше специалистов, чтобы когда кто-то будет дежурить, чтобы их заменять, чтобы люди не успели, чтобы успевали и работать, и отдохнуть. Мы продолжаем работу по подготовке специалистов.